Вот я отмерил 122 грамма чудодейственного порошка. Рыбы их жрут. Налетели на эти бактерии. У меня пруд порошок нюхает, прикиньте. Друзья, вот перед вами биопрепарат для очистки и восстановления экологического баланса водоемов. Называется он Пунтрин. Он применяется для того, чтобы очищать воду и донные отложения от органики и питательных веществ. Понижает уровень донных отложений, восстанавливает кислородный режим в водоемах, очищает водоем от сине-зеленых водорослей и других патогенных микроорганизмов. Вот все это дело подтверждено НИИ медицины труда нашим российским. И рекомендуется это для закрытых водоемов, испытывающих загрязнение органикой, мутности воды, цветение воды и заражение патогенами. В общем, смотрите, схема тут следующая. Необходимо в первую неделю добавить 2 грамма на метр квадратный, в третью неделю добавить 1 грамм на метр квадратный, пятая неделя, видите сами, ну в общем и так далее. Дозировка присутствует, ее необходимо обязательно соблюдать. Нарушение дозировки может привести к заморам рыбы, вот, и каким-либо другим негативным последствиям. То есть может стать наоборот хуже и бактерии чрезмерно начнут развиваться у вас в пруду. Поэтому я соблюдаю инструкцию. Сейчас вот на этих весах буду отмерять необходимое количество. Пруд у меня 61 квадратный метр. Площадь зеркала, значит, мне необходимо 122 грамма. Сейчас я буду отмерять 122 грамма. После этого необходимо будет рассыпать этот порошок вдоль кромки пруда, но не ближе 30 сантиметров от края. И остается ждать, и через 3 недели, там 5 недель, 7 недель, 9 недель, вот, и так далее, по графику буду добавлять, буду информировать вас и показывать об изменениях. Сейчас отмерю и пойду в пруд, покажу вам, что у меня там творится, какая там засада, вот, и увидите как раз, почему именно я решил применить эти бактерии. Я отмерил 122 грамма чудодейственного порошка Пунтрин. Насколько он чудодейственный, посмотрим. Друзья, вот я подошел к своему пруду для того, чтобы внести бактерии Пунтрин по периметру всего пруда. Как написано в инструкции, чуть подальше, чем 30 сантиметров от берега. Равномерно сейчас я буду вносить их. Таким образом. А вношу я их вот почему, видите, вот такая вот и водоросли всплывают у меня в течение дня, потом на ночью они пропадают, вот, либо там их в скиммер забивает с этой фигней, вот, либо они на дно снова оседают. Так что вот с помощью этих бактерий, как написано в инструкции, можно будет, я надеюсь, победить эту болезнь моего пруда. Так, рассыпаем периметру. Здесь, везде. Здесь посыпем. Сосиска на пол. Ай! Ёпте. Ребята, я искупался. Капец. Ладно, раз уж намочился, буду теперь из воды. Зараза. Бывает. Вечно я падаю в пруд. Так, теперь здесь посыпем. Скиммер я отключу пока, чтобы не засосал этого. Пусть они... Вот на часок, здесь пока бактерии сработают, не знаю, на дно они осядут или еще куда-то, как они работают. Надеюсь, рыбы их есть не будут. Так, поползу через лото. Здесь, короче, у меня пруд порошок нюхает, прикиньте, пруд нюхает порошок, кто ты шутник, да,
Я, короче, на почту приезжаю в Боксбери. Ну и там на кассе консультант, ну или продавец говорит: ну, вам сосед долбит, задолбал. Короче, говорит: вам, у вас посылка с оплатой и вскрытием. Я говорю: ну да, с оплатой. Я говорю: а что, обязательно вскрывать? Я говорю, и такой, значит, и продолжаю такой: там всего-навсего порошок белый. Она на меня такая смотрит. Я такое неловкое испытал чувство. Я говорю: ну в смысле белый порошок? И начал оправдываться. Он для пруда нужен. Это бактерии. Вот, смотрите. Ну смешно получилось, поржали, конечно, с ней. Начал я объяснять, для какого пруда, зачем. Вот так вот бывает. Так вот, собака мне помогает. Гагулечка моя хорошая, моя помощница моя, любимая. Сейчас здесь рассыплю. Ну что, ребята, вот. Слушайте, а рыбы их жрут. Вообще, они прям налетели на эти бактерии. Слушайте, что-нибудь останется вообще или нет? Надо пожрать их, дать. Пока они все бактерии не пожрали. Ну, полезно. Я им кину поесть. А то они сейчас голодные, что ли, не пойму. Давай, давай, налетай на жатву. Вон, видите, и здесь, вот в этом тоже месте. Водоросли на поверхности плавают. Зеленые. Все, едят. Сейчас отвлеку их кормом. Корм дорогущий, блин. Собака тоже живет вовсю, не дает прохода мне. Постоянно ест. Так. Посыпал. А то бактерии не успеют сработать. Рыбы все поедят. Смешно будет. Ладно, пойду дальше рассыпать. Гад, ну ты что, тут поела? На еще, на. Кушай. Ну, он уж вылизывает все. Все, хорош. Хорошего понемногу, пошли. Немножко осталось, ребят, все, высыпаю вот это последнее. А, и пока их здесь нет. Надо было в этой части, что ли, больше высыпать. Ребят, ну смотрите, значит, следующее внесение через 3 недели. Буду информировать вас о динамике изменений воды и вообще дел в моем пруду. Следите за выпусками. Вот. Так что, кому интересно, и поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Надеюсь, увидимся скоро. И хочу проанонсировать сразу еще одно видео. В субботу выйдет интересный выпуск. Новая рубрика у меня открывается на канале. Называется «Мнение эксперта», где приглашенные мною эксперты будут отвечать на ваши вопросы. Вот. Так что следите за выпуском. В субботу в 18:00 у меня на канале первый выпуск. Можете уже скидывать предварительно вопросы. Буду готовить новые выпуски. Обязательно постараюсь эти вопросы задать эксперту. Все, спасибо.